Не поделили дорогу. Три человека пострадали в Усолье-Сибирском в результате столкновения трамвая и машины скорой помощи. ДТП произошло накануне вечером на одном из городских перекрестков. В результате аварии незначительные травмы получили 62-летний водитель спецмашины, а также два медицинских работника. Среди тех, кто в момент столкновения находился в трамвае, никто не пострадал. Все причины ДТП сейчас выясняют сотрудники полиции. Также к делу подключилась прокуратура.